Мама меня привела, мне сначала не очень нравилось, потому что все были незнакомы, и мне как-то не очень было, а потом я уже привыкла. А еще мама ходила, постоянно проверяла меня, то, что не сбежала ли я с танцев. Потом, когда начались растяжки, мне тоже не очень было, я хотела уйти с танцев, но мама меня поддерживала и сказала, чтобы я оставалась. Я осталась, и теперь хожу. В жизни танцы занимают самое главное место. Я очень часто нахожусь. Прям. Половину жизни своей ты тоже здесь проводишь. Да. В школу не идешь, болеешь, на танцы идешь. Да. Родителям мы благодарны за то, что они терпят, за то, что они нас сюда водят с раннего детства. Любовь Владимировна, мы благодарны за то, что все за что. За то, что она нас ведет к правильному жизненному пути и учит нас с самого детства, так сказать, слушаться и принимать решения. Это моя семья, друзья, близкие, которые меня могут поддержать. Любовь Владимировна, которая вкладывала труд в мое развитие. Стали взрослее, стали понимать, что это правда, это правильно, то, что она делает, то, что она воспитывает нас. Что для нас она это делает. Старается, да. И ради нас. Большое какое-то время тратит нас. Вот этот человек, он правда, у него, он живет танцами. И стимулирует все. С утра до вечера здесь, это вообще как, не перекусив, не это не то, что ее работа, это, наверное, жизнь, вся ее просто жизнь. Но она же построила. С самого начала подняла. Это вторая семья. Не то, что вот дом, мама и папа, это друзья. Любовь Владимировна. Мы любим тоже так же, как и мама и папа есть.